воскресенье в Самарской области пасмурно, местами небольшой снег. Днем -3, -5, ночью -6, -8 градусов. Южный ветер 2-4 метра в секунду. В Сызрани пасмурное небо, небольшой снег. В дневное время -3, ночью -6, южный ветер 2 метра в секунду. В Тольятти на небе тучи, пройдет снег, днем -3, ночью 5, ниже 0, южный ветер 2 метра в секунду. В Самаре пасмурно, пройдет небольшой снег, днем -4, ночью -6 градусов, юго-западный 2 метра в секунду, атмосферное давление 753 миллиметра ртутного столба, влажность воздуха 89%, в геомагнитном поле небольшие возмущения. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом kismeteo.ru.